Друзья, всем привет! С вами Женек. Вы снова у меня на канале «Говорим про eBay». Добро пожаловать! Те, кто со мной не знаком, я продавец на eBay чуть-чуть больше, чем 4 года. И на этом канале я делюсь своим опытом и всеми своими приключениями на eBay, друзья. Так что всем, кому интересно, сразу ставьте лайк, сразу подписывайтесь на канал, оставляйте длинный комментарий, потому что, друзья, ваша активность – это мой мотор. Чем больше вы активнее, где мой мотор работает сильнее и быстрее. И алгоритмы YouTube также это все понимают, друзья. Они ждут от вас активности, я жду от вас активности. И я, поверьте, вот спросите людей из группы в Телеграме, друзья, насколько я могу быть активным, я настолько я активный. Насколько я могу помогать, я помогаю, друзья. То, что не в моем контроле, не в моей власти, то не в моей власти. Но давайте больше не будем замедлять. Ссылочка в группу в Телеграм в описании. Ссылочка на мой инстаграм в описании. Там, конечно, вы можете просто мне послать сообщение в директ. Ничего касающегося eBay там нету. Но в Телеграме, если вы зайдете, вы увидите, сколько всего уже было сказано, сделано, объяснено, прочитано. Друзья, много-много всего интересного впереди. И все, оставайтесь рядом, подписывайтесь еще раз. И давайте сегодня начнем говорить, наверное, о самой горячей теме, которые сейчас находятся во всех заголовках новостей. И это омикрон. Друзья, омикрон – это новый штамп короны. И, конечно же, все, что будет сейчас происходить на мировом уровне, во всех странах, всякие локдауны, закрытия, перекрытия, друзья, вот эти все ограничения новые, это все, конечно же, повлияет на нас, как продавцов с eBay. И мы должны понять и немножко предугадать, что может произойти, а что не может произойти. Вот, друзья, так что давайте предположим сейчас, что может произойти, какие изменения ждут нас как продавцов. И, ну и давайте попытаемся, как говорится, разложить все по полочкам. Друзья, давайте первое, что приходит мне на ум, назовем это, как говорится, проблема номер один. Проблема номер один может произойти с услугами доставки, друзья. Если сейчас много стран позакрываются, и будут какие-то ограничения, и будут какие-то локдауны, и всякое вот это, ну вот это происходящее из-за короны, из-за того, что сейчас все страны боятся этого омикрона, и не хотят, чтобы этот штамп вообще попадал к ним в страны, сейчас может удлиниться время доставки. Кроме того, что оно может удлиниться, это время доставки, друзья, оно может вообще не быть. Что значит? Это значит, что некоторые страны закроются, и к ним не будет вообще не поставляться никакой продукт. Так, то же самое, от них не будет поставляться никуда. Друзья, кто работает вот с Китаем, может быть, я никакой не пророк и ничего, но может быть, некоторые доставки, или кто заказывает с Китая, друзья, с Алиэкспресса, или, ну, с Алибабы и всякое такое. Может быть, из-за того, что сейчас границы более же зажимаются, то мы увидим, как многие вещи приходят намного позднее, чем они должны были прийти. Вот такие вот, друзья, могут быть изменения по поводу доставок. Время доставки и опция доставить вообще куда-то. Надеюсь, что это все не произойдет, потому что нам таких нюансов меньше всего надо. Друзья, что еще может произойти с нами, как с продавцами eBay? Мы, в принципе, можем, проблема номер два, если нас закрывают, если нам закрывают границы, и мы не можем доставлять наши продукты, то в принципе мы не можем продолжать продавать. И нам надо начинать думать, как мы сохраним себя во время вот этой, давайте скажем, новой волны, корона, по имени омикрона. Мне до сих пор это такое впечатление, друзья, что мы в каком-то постсюрреалистическом фильме. Sky-Fi какой-то, друзья. Не знаю. Не то, что я не верю, не подумайте. Я и прививки делал. Так что не в том дело. Но вот все, что происходит в последнее это время, это, конечно, не знаю. Что ни день, то праздник, как говорится. Вот, друзья, что еще может с нами произойти? Если мы не сможем продавать на интернациональном уровне, нам придется сужаться до локального уровня. Или хотя бы до тех стран, которые, в принципе, можем доставлять туда этот продукты. Так что я вам всем предлагаю
готовить регламенты, новые регламенты доставок в те страны, которые будут сейчас в данный момент нормально функционировать, чтобы у вас, как говорится, не было никаких перебоев. Но опять же, все по ситуации, не спешите ничего делать. Просто вот такие, как говорится, мысли вслух. Я вам закидываю мысли вслух, а вы уже думаете сами и решаете по отношению к тому, что происходит у вас в стране и то, что происходит с вашим магазином или товарами на eBay. На eBay, на Амазоне, где вы бы не торговали, на Etsy. Чем еще она может навредить омикрон? Омикрон может повредить тем, что снизится объем покупок, друзья. Просто будет, вернее, объем продаж, объем покупок со стороны покупателей и объем продаж со стороны продавцов. Почему, друзья? Потому что стрессовые времена приводят к тому, что люди просто тратят меньше денег. У них сейчас нету никакого желания идти тратить миллионы долларов или тысячи долларов или десятки тысяч долларов или даже несколько сотен на подарков, когда они не знают, что будет завтра, друзья. В тот момент, когда человек не знает, что будет завтра, ему очень тяжело определить, как ему поступить сегодня. Он должен только обезопасить себя, если он не знает, что будет завтра. И одной из вот этих мер обезопасения, чтобы себя сохранить, это оставить копеечку в кармане и не тратить ее на лишний подарочек, на лишнюю фигурку, там, на лишний там кошелек новый и всякое такое, на лишнюю одежду. Так что, друзья, вот такое тоже может произойти. Объем продаж может упасть, потому что человечество заходит в очередной стресс. И я надеюсь, опять же, я очень надеюсь, что нет. Это последнее то, что нам всем нужно сейчас. Очередной стресс. Мы уже настолько настрессились, я думаю, за последние 2 года, что уже некуда стресситься, друзья. Уже некуда стресситься. Я думаю, друзья, о том же, еще об одной теме, не о том же, об одной еще одной теме. Это не продавайте, друзья, никакие товары по отношению связанные с короной. Не думайте, что если сейчас начинается новая волна этого омикрона, то вам надо быстренько выставить в ваших магазинах маски или еще какие-то там товары, какие-то, не знаю, там алкоголь, джель, алкоголь. Вот это все. Не трогайте эти продукты, друзья. Берегите себя от них. Если, конечно, у вас только есть лицензия их продавать, потому что eBay очень жестко обращается с продавцами, которые нелицензионно спекулируют на этих продуктах. Маски, вот эта вся, не хочу даже говорить, это все продукты, друзья. Просто не трогайте их. Я как-то вот с этим связался, думал, вот как только началась корона, думал, тоже спекульну, сейчас подниму масочки, там туда-сюда, копеечку наварю. Как только я их поднял, я не знал, что eBay вытащил новый регламент по отношению к короне, что только лицензионные стороны, те, кто могут продавать, могут поднимать такие продукты, а обычные продавцы, которые спекулируют и всякое такое, они вообще не могут это делать, друзья. Это довело до того, что у меня до сих пор стоит ограничение. Каждый раз, когда я поднимаю какой-то продукт со словом protection или маску, даже балаклаву просто, ну вы знаете, это хоккейную, не хоккейную, а лыжную вот эту подмаску, ну лыжную маску черную, то он мне сразу говорит, что-то с тобой, ты опять пытаешься спекульнуть. Друзья, вот такие вот моменты, вот такие вот 3 мысли, которые я поднял перед вами, дал их вам, вы уже думаете дальше, думаете по отношению к себе, по отношению к тому, что будет происходить у вас в стране. Но самое главное, друзья, самое главное, берегите себя, будьте здоровы, оберегайтесь, друзья, зараженных зон. Поверьте мне, что вы не хотите заражаться ничем, друзья. Так же, как вы не хотели бы сломать ни ноги, ни руки, и ничего такое, так же вы не хотите заражаться ни короной и ничем остальным, друзья. Просто будьте здоровы. Я желаю вам всем много удачи, много успехов, друзья. Берегите себя в ближайшем 2022 году. Я еще сделаю вам новогодний выпуск. Мы приближаемся к Новому году. И это вдохновляет меня, друзья, делать для вас еще больше. Так что от вас всего лишь требуется подписочка, друзья. Лайкосик под этот ролик и под остальные тоже посмотрите, там много информации. Также отпишите свое мнение об этом ролике. Зайдите в группу в Telegram, пообщайтесь со мной, там, пообщайтесь там с другими людьми, друзья. Откройте для себя новые миры. Не бойтесь никуда ничего пробовать. Все делайте, все у вас получится и все будет хорошо. Все, друзья, с вами был Женек. Всем добра, всем
Всем много здоровья, увидимся в следующих роликах.